О, ну это мы как раз пошли по классической музыке, да, симфонический оркестр. Это когда-то возникло несколько строк, что симфонический оркестр уезжает на гастроли, и на это время в яму запускают карасей. Все. Очень много лет назад. И знаете, мучило. Ну и а дальше что? Ну понятно, что динамит бросать там, удочки продавать на спектакль. Ну все не то. Вишневый бамбуковый сад. Из бамбука делаются удочки. Хорошая мысль. А потом как-то все пришло, стронулось, получилась такая песня. Симфонический оркестр уезжает на гастроли, и на это время пьяно запускают карасей. Караси живут не тесно, размножаются в неволе и прекрасно обживают свой искусственный бассейн. Вот и гвинки заметали, там, где раньше били в бубен. Вот мальки засеребрились, где звучала нота моя. Вот здоровый карасина распахал тугие губы на живущего в пюпитре удалого мотыля. На другом краю планеты, типа во Владивостоке, симфонический оркестр методично режет суп. Трамбонист непохмеленный, парень в общем не жестокий, выдает такую гамму, что захватывает дух. Симпатичная скрипачка, ощутив себе задержку, все глядит на дирижера, о, простите, как же так? Дирижер не до грязи, он трактует очень дерзко, растворяясь в каждом звуке, проживая каждый так. Месяц, два, еще неделька, вот и кончились гастроли, симфонический оркестр поспешает на вокзал. Позади большая печень и фальшивые бемоли, впереди домашний супчик и битком набитый зал. Все проходит время речи, а вот и кончились мучения. Трамбонист, отпившись пивом, снова губы раскатал. И скрипачки с дирижером продолжают обучение, и удар на духовые снова гибнут за металл. И премьера «Город в шоке», все раскуплены билеты, дворжек, смета на Беллини, буксты худы, дивы синие. Но народа в зале нету, потому как все в буфете, где шкворчащие в сметане выступают красивые. И запомни, добрый зритель, если тянешься ты к свету, то духовные шатания неизбежно хороши. Но для полного, для счастья, для себя составь ты смету, где со сметаной сметана для желудка и души.